Итак, с такого необычной экспозиции, необычного освещения, начинается новый видос. Короче, как вы поняли, это будет готовка. Готовка чего? Правильно, как из названия понятно, орешки со сгущенкой. То самое легендарное, печенька и пирожное, что-то такое между, такое переходное между пирожным и печенькой. Легендарное десерт СССР. Орешки. Это, если что, все, что нам как бы понадобится. Мука пшеничная. Сода, тоже пищевая, как и уксус, чтобы их смешать, получить их ошелку. Далее берем сахар и тут немножечко ванильного сахара, это так для аромата скорее просто. Еще яйца нам понадобятся, но это еще не все. Так нам еще понадобится начинка, нужна сгущенка. Сгущенку я как бы на канале, в принципе, думаю, или еще не варил, я не помню, выложил этот видос, не выложил. Времени сейчас не хватает, и вот сейчас... Ну, надо готовить еду, и я решил, что, ну, все равно снимать видосы не хватает, хоть засниму, как готовить буду. Ну, то есть, что готовить буду. И, конечно же, нам понадобится легендарнейший аппарат, который уже многие, кто, ну, из молодежи не знает, что это такое, если им показать. Вот такая бандура. Она немножечко, уж простите, закопченная из-за масла. Потому что я сейчас что-то глупанул по-жесткому. Короче, да, немножко тут горелого масла, но это ничего страшного, в принципе. Пардон, тут температура будет сотни градусов. Не сотни градусов, ну, высокая очень температура будет. О каких тут микробов может быть речь, в принципе? Вот вы скажете, я идиот. Ты что, зачем засыпал какую-то соль на это, на плиту? Ты что? Жрать ее будешь, что ли, с солью, что-то посыпал. А это, кстати, лайфхак. Если вы будете печь орешки, масло будет, естественно, брызгаться, масло будет по-жесткому. И поэтому надо присыпать плиту солью, которая минерал, которая хрен что случится, довольно-таки дешевле, чем чистящие средства, которым будем это отмывать. Все потом. И, ну, это, скажем так, нам, может быть, чуть-чуть да поможет. Ну, это так. Лайфхак небольшой. А теперь берем миску и все это смешиваем. Ну, сначала муку добавляем, там в нее по чуть-чуть яички. И самое главное, в этот момент нужно нам уже, чтобы растопить кусочек масла. А масло я буду использовать, как говорится, свойское. Мичуринское. Итак, надо немножечко здесь отколоть как-нибудь кусочек и поставить небольшую емкость и вот топиться. Да, поиграем в Герасима и будем топить масло. Как его растопим, мы уже в смесь муки и яиц добавляем. Яйца просто нужны, чтобы удобнее было. Можно, конечно, без них, в принципе, но это как кому как. Потом можно там разрыхлитель добавить, если что. Но у нас такие более натуральные орешки получаются, такие, знаете, не то, что прям по ГОСТу, а скорее по такому, ну, по-домашнему. Поэтому яйца добавляем, чтобы было просто-напросто удобнее мешать. Ну а сейчас топим масло. Итак, пацаны, кабздец, я долбанулся, и смотрите, что я сделал. Сейчас вот вы видите, вот так вот, 9 орешков в каждом столбике. А рядов здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 22, 23. Плюс еще 24 уже выпекается вот там вот на плите. И плюс еще 2. Получается 180, 36, 2, 38. Получается 218 орешков, что ли, да? То есть не орешков, а 218 половинок орешков. А орешков, соответственно, получится 109 тогда. Ну, наверное, если я не обсчитался, то, что я уже поошибался, уже запятык языкается и все такое. Ну, первая партия уже фигачится по полной. Первая партия будет выпекаться дольше всего, потому что на первой партии еще форма сама, вот эта орешница, она прогревается надолго, очень прогревается, она тяжеленная, толстенная. Поэтому, да, и вот здесь вот варится у нас, сейчас потеет объектив, варится сгущеночка, доливаем воды, не забываем. Ну что ж, погнали. Чё. Итак, обзор на свойские, сам приготовил орешки. Не понял. Вот это прикол. Кстати, вареную сгущенку, которую внутри, я тоже варил сам. Ну, видос об этом скоро выйдет на канале.
Ну что сказать. Хочу посоветовать всем, кто будет делать орешки то же самое, добавлять в тесто побольше сметаны, чтобы получилось более мягкое тесто. И прям щепоточку разрыхлителя. Но у меня его не было, и поэтому у меня вообще из химиката, в принципе, ничего кроме соды да уксуса и не было. Ну, поэтому так и приготовил. И что было? Что по оценке? 8,4 из 10. Ну, не дотягивает, не дотягивает, пацаны, до десяточки. Плохо сделал. Но в следующий раз будет лучше. Видос скоро на канале.